Харкова, 16 сентября, 17 год. 20.08 по Киеву. И мама дорогая, 20 градусов. Сентябрь на дворе. Вообще просто красиво. Потому поснимать и решил. Но никак. Ну ладно. Памятник атаману Серко, с ним понятно. Там какой-то импровизированный концерт, пузата хата, Сумская площадь Конституции. О, какой у нас красивый дом со шпилем. Дом, занимающий целый квартал. Танчик Mark V. Да, что-то я, по-моему, давненько не был при таком освещении на площади Конституции. Вон он, скрипач на крыше, едва отсвечивает. Да, а иду я в парк Стрелка. О, как красота. Господи, куда ни пойди, везде какие-нибудь мероприятия. Sírveme la copa rota, quiero sanar gota a gota. Да, так о чем это я? Иду я на фраза звучит закончена, но хотела сказать чуть о другом. Покровский собор, и там он виднеется. Благовещенский собор. А Покровский собор — самое древнее здание города Харькова. 1600, мама дорогая, 89 год постройки. И Успенский собор. Ладно, а шел я, возвращаясь к ненапечатанному, на Стрелку. Там нам сегодня обещают. Стрелка — это парк, а не 90-е. Не воспоминания о лихих 90-х. Парк Стрелка, слияние реки Лопань и Харькова, где будут запускать какие-то фонарики. Ну или раздавать, потому что как дело пойдет. Возвращаясь к лихим 90-м. 20.12, 16.09, 20.12. Это фильм такой. Плюс 20. Ну а я о чем говорю? 20.12, 16.09. Ну вот, пожалуйста, 16 сентября. Плюс 20 градусов. В 20 часов 13 минут я в шлепках, майке, сетке. Ну, в общем, обещают в понедельник плюс 31. Будем посмотреть.
Он красавец, Успенский собор. Ух ты, красота! Не, а чё я этого не видел? Я чё, на работе, что ли, все время из-за этого? Ты посмотри, какая красотища. А, его ремонтировали, я вспомнил. Это просто эстетическое наслаждение тут можно. Вот это да! Мне надо это пофотографировать. Лады, останавливаем запись. Шестнадцатое сентября, 17-й год, Харьков. Что там у нас? 20:15 по Киеву. Да, ну, наверное, иду я на эти фонарики смотреть. О, они уже полетели. Из парка Стрелка пускают фонарики. А тут красота. Так, где у нас этот лучший ракурс? Это у нас раз. Благовещенский собор. Три главных собора Харькова. Покровский собор. И Успенский собор. А вон они, наши неопознанные летающие объекты. Сейчас пойдем Полтавский шлях еще поснимаем с лестницы родного института УЗПИ, который не берусь даже сказать, как нынче называется. Сразу хочется смотреть несколько мест. Камера верчу, башка будет болеть. Будет нудота.
Так, это, так понимаю, с шариками репетиция, в смысле с фонариками. Вон у нас парк Стрелка, слияние Лопани, реки Лопани, реки Харьков. Сейчас мы туда доберемся. Ну да, ну как-то днем даже поярче полтавский шлях выглядит. Поярче в визуальном смысле, конечно. А не в том смысле, что днем больше света, что банально. Еще больше банальности было об этой банальности сказать. Вот она наша. Как сказал мой сынуля, большие цветы из цветов. Опа. Вот хорошо для слепых тикают эти светофоры. Я хоть и не слепой, но о том, что пора переходить дорогу, напоминаю. На 21 градус. Что странно. Господи, а как теперь эта площадь называется? Была Роза Люксембург, а сейчас я с этими переименованиями абсолютно потерялся. Так, лодочная станция. Вон они, фонарики. Страшный, про меня говорят. В общем-то, наверное, да. Красота. Там такая... Покажи ему Катя Стивенс. Ну и знакомая врач кладет. Не знаю, я просто надо сухнуть. Не, нормально, не, нормально. Ах ты. Карета, которая в 12 часов превратится во что? В общем, главное отсюда сбежать до 12. Шестнадцатое сентября 2017 год, Харьков.
Парк Стрелка, 20, что там у нас, 27. Сегодня запускают фонарики, завтра, кстати, велодень. Надо будет обязательно съездить. О, какая красота. Один фонарик уже прилетел. Парк Стрелка, место слияния реки Лопани, Харьков. Мост влюбленных. И сами можете увидеть, сколько их у нас, этих влюбленных. Пошли. Да, мост влюбленных, конечно. Ой-ой-ой, куда ж ты падаешь? Я надеюсь, где-то по району по крышам стоят ребята с баграми, песком, топорами и прочими атрибутами. Пожаротушильником. Хорошо бы совместить день пускания фонариков китайских и день рятвенника спасателя. И как назло, плюс 21 в Харькове, 16 сентября. То есть нагреть воздуха днем даже до серьезных разниц с температурой воздуха довольно проблематично. Да. В этом супе плавают обломки кораблекрушения. Похоже на крушение корабля и спасательные жилеты по всей реке. Со смайликом. А вон сумка полетела. Да, мост влюбленных забит. Надо туда сходить. Не знаю, у кого какие романтические ассоциации с этими фонариками горящими у неба. А мне, как человеку 17-й день не курящему, это напоминает тлеющие сигаретки. Мне даже дымком пахнет. Мне сейчас все пахнет дымком и все хочется скурить. От веток до коры на деревьях. Кто бросал курить, тот понимает, о чем я. Ну давай его, может, не сильно. Вон ты. Ну, ребята уже понадевали спасательные фонарики на себя. Я читал и видел на сайтах, и видел в Китае, и видел, есть защищенные, есть несколько.
Да, кто не в курсе, еще то же самое. Это у нас предварительно, я так понял, по заявлениям на сайте организатора. Предварительное мероприятие. Основное намечалось на 23, по-моему, сентября. Но из-за большого количества людей решили на сегодня еще перенести, разбить. О, а там у нас что? Там у нас на маленьком плоту. Тоже какие-то мероприятия. Откуда появилась идея вешать замки? Знак любви не знаю. Ну да ладно. Ай, ну. Дима. Ну 100% это не дополки сигаретные. О, он там сейчас. Кому-то в домик на балкон прилетит. Смайличек. Ну лады. Андрей первозванный. В некотором шоке, конечно, пребывает. О! Бабах! В Одессе шарики. Упс. Так, ты только сложно маневрируя, можно перемещаться. Да вон и каретка. Да. Надо дальше зайти, дабы в кадр попало все сразу и целиком. Ух ты, елки упал. Чуть не упал. Вот это коняшка, ты посмотри, какая огромная. Я к ней близко подходить не буду. Мама дорогая. Посмотри, какая огромная. Прямо лось какой-то. У него лошадка. Ладно, поехали по домам. А, может еще на площадь Свободы смотаться. Там ралли какое-то внезапно образовалось. Можно и туда наведаться. Вечер прекрасный. А послезавтра обещают плюс 31. Лето возвращается. Наша песня хороша, начиная сначала. Харьков, 16 сентября, 17 год, 20:43 по Киеву. Цветы из цветов у ЗПИ нам закрывают. Собор Успенский, вон он Покровский собор и вон он Благовещенский собор.
там у нас в парке Стрелка по-прежнему запускают фонарики. Наверное, уже не видать. Ну ладно. А снять я чего решил? Прямо на универмаге повесили фотографию моего района. То есть буквально разве что дом мой не попал в кадр. Наталью живи. Вот не помню, как же эта площадь теперь называется. Была Роза Люксембург. А теперь это у нас что? БТИ на рынке недвижимости с 1943 года. Не понял. Что-то я не пойму. У немцев бизнес отжали, у фашистов небось. С 1943 год. Да. А снять я хочу дом со шпилем. Классно, он сейчас освещен. Так, где там? Вот он, УЗПИ. Ну ты УЗПИ, не УЗПИ. Успенский собор. А УЗПИ левее. Улица Университетская. Ага, Майдан Павлевский. Вон оно как. Павловский. Ну хорошо. Почему и нет? А вот это так пасхалочка, ничего себе. Ну и вон он, дом со шпилем. Попало это здание в Семь чудес Харькова. Миниатюрные копии Семи чудес стоят возле метро Бекетова, возле памятника влюбленным. А вот список 12 официально утвержденных в 2000 году на городском совете символов города Харькова, это здание почему-то не попало. Хотя довольно примечательное, не только своим внешним видом, но и тем, что это здание занимает собой целый квартал. Вот такие пироги. Что-то я не пойму, поменялись цвета, что ли, или просто с изменением ракурса. Вроде ж фиолетовое было. Там, конечно, сумасшедшие светофоры могут добавлять. Ну и, конечно, сильно помогает дальтонизм, который, как известно, в той или иной степени наличествует в 20% мужчин. И что-то мне подсказало, вот да, фиолетовый, лиловый. Бедненькие люди, как же они там живут в этой светомузыке? Так, должен быть еще красивый у нас горсовет сейчас.
32 гривны 55 копеек. Это я как бросивши 17 дней назад курить. Не могу себя отказать в том, чтобы хотя бы посмотреть на сигареты. Повспоминать. Это удовольствие. Редкое. Да. Так, круг замкнулся. Он вижу скрипача на крыше. С площади Конституции я начинал. Площадью Конституции и закончу. Да. И сейчас будет еще раз красивый вид на Успенский собор. Ай. О. Как же это я так? Ничего не пойму. Почему я этого ничего не помню, не видел? Успенский собор. И здание горсовета. Здание горсовета тоже попадает в список. Официальных символов Харьков. 12 официально утвержденных символов Харькова. Вон он. Скрипач на крыше. Ну и вон он уже впереди, пресловутый градусник, хорошо известный харьковчанам, да, герб города Харьков, рог изобилия, и вот не знаю, кадуцы или кадуцы, где там это ударение, как его ударять. Там грандиозное, конечно, строительство. Самое интересное, что там вниз под землю уходит ровно столько же еще, если не больше. Сумская, вон он градусник, исторический музей, Покровский собор, Благовещенский собор, и вон она Ника. Шестнадцатое сентября. Семнадцатый год.
Харкова. Метро Героїв Труда. Ну, ночью это выглядит. Много лучше. Итак, это не водосборники. Что же это похоже? Это похоже на... зеркальные цветы из мультфильма. Алиса, про Алису Селезнёва. Где отмирали слои этого зеркала и показывали все, что им довелось увидеть в обратной последовательности. Это у нас из мата, да, Гелькоута, что пошла вообще в Харькове пошесть из этого двухкомпонентного. И канатная дорога, кабинки все сделали из него. И эти фонарики здесь. Ну, в общем, реконструкция движется. И загадкой на данный момент остается только вот этот курган Тахтамыша. Мамаев. Мамая. Кого там? Чингисхана. О. Хотя там вроде не курган, а наоборот его. Ну да, похоже, это тоже тот же самый Гелькоут. А внутри мат. Ну ладненько. Что у нас? 21:36 по Киеву. Да, хорошо, что снял. Потому как выход мой в метро там дальше находится. И на эту территорию, когда в октябре открою тут выход, я не попадать буду, вероятно, годами. Изменилось, конечно, Героев Труда, кто помнит, как это выглядело еще пару лет назад. Может, чуть больше не этих. Рынок полностью перестроили и дальше перестраивают. С той стороны тоже уже эти фонарики. Ладно, по домам. Че бы такое приятное, чтобы в кадр попало. Да, вот это же должно попасть. Да где ж ты взялся, бедный?